Привет всем, с вами снова команда Patriots. Многие спрашивают, почему Patriots, почему на английском, потому что боже храни королеву. А, не знаю, ладно. Какую королеву? Английскую. Ну, ты что? Patriots на английском. Насрать. Мы русские, ты что поделаешь? Тебе нельзя показывать, ты... Ты не туда зашел. Короче, мы находимся в Парке Победы в Москве. Мы уже подразмялись, продолжаем делать отжимашечки. Вот. И пара организационных моментов. Во-первых, как вы все заметили, мы стали реже выкладывать видосы. Это связано с тем, что ничего особо интересного у нас не приходит, не происходит, и снимать одни и те же наши отжимания не очень хочется. Хочется снимать что-то интересное. Поэтому видео, именно видеоблог будут выходить реже, но мы постараемся снимать больше разных интересных проектов. Вот как сегодня вышло видео с Ярой про планки. И вот в таком духе, такого вида видосы интересные, красиво снятые. Про тренировки, про упражнения. Будем снимать поездки, будем снимать коллаборации с другими YouTube-проектами. Поэтому, если кто хочет снять совместный видос, пишите. Мы будем рады потренироваться вместе. Вот такие вот дела. Сегодня что? Сегодня днюха у Сани. Поэтому пишите в комментариях поздравления, я думаю, ему будет очень приятно. С тех пор, как он начал читать комментарии к нашим видосам, он в курсе всего, что происходит. Поскольку мне скучно, площадку немножко снесли, реконструируют. И давайте покажу, что здесь есть сначала. Во-первых, у нас есть фотограф сегодня, это прекрасно. Во-вторых, у нас есть ребята. В-третьих, у нас есть вот такая вот площадочка. Здесь разноуровневые брусья, на заднем плане рукоход, фигня Ганнибала, турники, змейка, еще один тренировочный комплекс, еще одни турники, так, австралийские, прикольная фигня, и вот еще комплекс, ну и столбы. Чё, давайте нормально работаем, разомнёмся. Во, я даже знаю, чё. Ходим? Ну, это после. Смотрите, делаем десятку, 90 градусов. Другой делает десятку, 90 градусов. Потом такой еще десятку. Стоишь в упоре и... Да, давайте. 90. Короче, команда образования. Команда против друг друга, падайте. Хотите узнать, что делает Миша? Миша делает подтягивания в переднем висе. Потому что мы начали учить передний вис. Наконец-то. Серьезно прям. Вот. И первое упражнение – это 100 подтягиваний с резиновой петлей в переднем висе. Вот так. Это не мое. Да, удовольствие бегать. Выбирай, ты где будешь? Говоришь ты правильно, я с тобой согласен. Вот высокий никак не получается. Что это было? Давай. Отвечай, шутку смешную, быстрее. За воркаут. До дна, да? Мы закончили. Термос об голову. Я сегодня занималась. Ты так держишь его, будто ты с пулемета. Я молодец. Это наши новые TRX-петли. Их тоже будем тестить. Мы сделали свои собственные TRX-петли в лучших традициях. Так что в ближайшее время они уже поступят в магазин, а пока мы их тестим, чтобы могли давать честный отзыв, насколько они хороши. Вот, наверное, как-то так. Даже не знаю, что сказать еще. Треним?
вопрос. Вопрос зрительского зала. Как Николай похудел так сильно? По сравнению с теми видео, которые я видел, смотрел несколько лет назад, Коля очень сильно изменился. На лицо нет, а по весу очень. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, Николай. Как вы достигли такой цели? Неужели во всем виноваты бананы? Не каждому пойдет. Чисто моя. Советовать, наверное, никому не буду. Грубо говоря, ешь 3 раза в неделю и все. По 1 разу в день. Вечером. И то не так, что ужираешься до усеру. Например, знаешь, кашки такие продаются в пакетиках? Мои любимые. Гречневая, пшенка, каша «Дружба». Ненавижу кукурузные. Обожаю кукурузные. Она 50 минут варится, как ее можно есть? Ну, в общем, фишка в том, что берешь этот пакетик, варишь, делишь его на 2 части, одну съедаешь во вторник, вторую четверг. Это жестко. Ну, ты хотел похудеть, знать секрет? Не, я знаю, что если не есть, то сильно похудеешь, это да. Ну, а в субботу можно там себе что-нибудь побаловать, либо рыбу, либо мясо. И при этом раз в недельку вот сюда кататься, ну так, с ребятами тренироваться. Каждый день своя маленькая тренировочка, и по средам, по субботам плавать. Из 96 килограмм до 77 на данный момент упал. А зачем тебе? Когда 96 килограмм весишь и на 4-й этаж доходишь, и отдышка перед дверью появляешься, а тебе всего 27 лет. Ты стоишь и думаешь, а что дальше? Это будет фристайл-фишка от Виталика. Круто. Это круто. Просил, не просил, просто не делал. И как только ты начинаешь идти назад, чувствуешь, сейчас потянешь, ты подводишь. Считает. 12, короче, сбился. Когда я до 40 дошел, Здесь идет быстро ногами, как бы ровно. Вот так, под 45. И как бы этими ногами уводишь вниз. В этот момент, когда ты уводишь вниз ногами, ты руки делаешь так. Ну, она чисто техническая, да. 4 действия. Так. Она чисто техническая. 20. Все, интерес пропал. Вот такая вот вышла тренировка сегодня с вкраплениями моментов с других тренировок, когда не было так много всего интересного, и поэтому мы их не выкладывали. Надеюсь, вам понравилось. Тут чуть прилетает от Коли. Он завидует, что его мало на видосах. Все на сегодня. Вот пойду поем бананы, если еще что-то осталось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будем рады, если вы приедете к нам сюда или в нескучность, следите за объявлением на сайте и потренируйтесь вместе с нами. Все, пока. Ну не помню. Помните, я там малого бегал здесь? Да, мы помним. Так учебу бросил. Что происходит? Что ты хотел его повалить? Там бросил сейчас. Она сейчас ломает.